Всем привет, дорогие друзья, с вами Тотемпаут и... Изевалка. Так, ну и короче, мы продолжаем играть в Террарию. И вот мы сидим в нашем Дискорде, да. И буквально вчера я дал, так сказать, нашему Изевалке особые права. И теперь он из нашего, так сказать, Дискорда сделал целую... субстанцию. То есть мы для вас оставим ссылку на наш Дискорд, и вы сможете приходить в наш Дискорд и, разумеется, с нами болтать, разговаривать. А подробно может рассказать, собственно говоря, и он сейчас. Собственно, да, дорогие товарищи, я получил ночью, грубо говоря, права администратора на нашем сервере Дискорда и сделал из него фактически нашу пока что официальную группу, можно так сказать. Ссылка, конечно, опять-таки будет в описании под этим видео. Там вы сможете зайти, увидеть новости о новых роликах там. Надеюсь, что-нибудь еще, если Тотемпаут все-таки этот докинет, потому что на мне все держаться не может, я же не всемогущий, да? Также там всякие каналы для общения, каналы для музыки, очень красивый, приятный бот я какого-то там нашел. Собственно, все, что у всех других ютуберов. Ничего нового, но вам все равно должно понравиться в целом. Так что заходите, говорите и нам что-то тоже предлагайте, послушаем, может быть, даже сделаем. Все, даю слово Тотемпауту обратно. Слушай. Так, да. Остается ссылка, это мы уже сказали. Я хотел тебя спросить, для чего обсидиан? Я тебе уже говорил, что, короче, адский камень нужен, да? Из этого адского камня и обсидиана делается адский слиток. Ну, что-то типа того. Но из него делается броня, как у меня, потом делается еще. Я вспомнил, посох для призыва беса, ну, который сражается на нашей стороне, конечно же. А что за бес? И... ну, это как питомец, который за тебя будет драться только. То есть он не бесполезный. Нормально. Вот. Так. И еще кирка. Все остальное нам, в принципе, не нужно. Но если хочешь, там меч можно какой-то сделать. Кирка, топор уже и все. Вот. Кстати, возьми еще с собой блоки грязи, там, ну и всякого барахла. Короче, блоки с собой возьми, я хочу сразу уже построить арену для стены, ну, чтобы потом не строить ее на бугу. Ты уже стену вызывать собрался? Не, вызывать я еще не собрался, я говорю просто построить арену для нее, так как ее арена представляет собой просто длинную дорогу. Мне сейчас вот, было... ну, а зачем ее строить потом, когда можно построить ее сразу? Сейчас было бы неплохо мне добыть... адского твоего кирпича этого или как его? Камня, камня. Ну так иди ко мне, бери с собой блоки, иди ко мне и добывай. Мисс. Стоп, а давай я блоки льда возьму. Ну бери любые блоки, которые нам не нужны, пойди. 777 штук. Ну отлично, там без разницы из чего. Лед вроде бы не плавится в этой игре. Да, в этой игре он не плавится. Я уж тем временем в лаве бегаю, да? То есть скоро я уже дойду до нашего... Ну ты доходи. Деньги только выложи перед выходом. А то будет обидно, если ты их потеряешь снова. Да нет. Чё, тебе будет не обидно, если ты их потеряешь? Не, я их выложил. Так, ну в принципе давай. Ты подожди, не тэпай свищу-ка. Ладно. Так, чё этот предлагает? Перековать. Ну, кстати, перековка почему-то... мини-акулы как-то неожиданно для меня дорого стоило. Я вот почему-то думал, что будет дешевле.
ну, там, может, золотая монета, ну, две, ну, не 11, так-то, знаешь, чтобы просто всего лишь получить плюс 3% к критическому, к шансу критического урона даже, да. Ну, это да, есть такое. То есть, короче, 11 золотых монет, это чар не стоит. Ну, можешь тэпаться ко мне, в принципе. Да, давай, тэпайся, я тебя подожду. Сейчас. У тебя же зелье есть? Угу. Отлично. Все у меня есть. Так. А, вот. Отлично. Ой-ой-ой, там не просто там андеграунд. А этот челик, он не такой уж и опасный. Да этот-то демон, да, я червя испугался. А чё не мечом мат? Да ты лучше так вот это... Коп я трачу. Полезно. Короче, идём, ты выпей зельку, а то ты сейчас помрёшь, возьмёшь. Ой, а чё так мало это? А потому что мыши бьют по 50. Фига себе. И это, кстати, тоже бьют много. Фига себе. Это мыши мне бьют по 50, а у меня-то броня в два раза круче, чем... Фига себе. Мать. Эти паски тоже, кстати, не слабые. Я сейчас пытаюсь тебе помочь. А то... Сейчас я к тебе тэпнусь, ты главное не помри. Да, ну это вот этот слизень лавовый, он, конечно, мешает очень сильно. Идем направо, потому что направо там моя вот эта вот. Я начал строить, короче. Угу. Да ё. А где сама летучая мышь? Наступаю летучая мышь строчку. А где сама мышь, кстати? Я ее, кстати, тоже не видел. Ну и как так? Понятия не имею. Слушай, а может быть... Блин, я даже не знаю, сходить, поискать метеорит? Да он нам не нужен так-то пока что. Он нам нужен будет, по идее, только для того, чтобы пули метеоритные сделать. А сейчас мы все равно ни с кем не воюем, мы надо арену поставить. Ну да, так если логично подумать, мне сейчас надо будет адских блоков еще накопать броню, делать повыше. Ну. И делать новую кирку. Кирку круче вот этой адской? Это не адская, это кремтоновая. Вот. Делать адскую кирку, которая круче, как будто кремтановый. Да. А с этой адской киркой можно копать новые руды, которые в хард моде будут. И с ней уже можно все копать пока что, в принципе. Ну как все, кроме там хлорофила, наверное. Контент пошел, контент. О, слышишь, я сейчас вот до унижать его выполнил. Ну блин. Если бы он еще по 53. Меня дамажит, да? Меня дамажит только он. Не, а, он тебя все равно дамажит, типа, да? Нет, когда меня дамажит. Мне в этом плане тяжелее. А, нет. Мне в этом плане тяжко. Вот эта вот фигня, которая шипами стреляет, кажется, дамажит. Собака моя. Ну что ж, друзья, это у нас новая серия. Ага, она начинается с коммента. У меня гель слизни есть, а у него нет. Поэтому мне попроще бороться с королем. Поэтому я, так сказать, иду драться с королем, а он дерется с слизней, потому что мне надо бить слизней, чтобы выжить. Хотя мне что-то тоже больно стало, я отойду. Надо мне взять более мощную зельку. Я ее выпил или не выпил? А, сейчас а у меня еще 16 секунд. Нормально так гасим, кстати, может... Ты не отскочил немножко. О, где там твои деньги? Стой, а где деньги? Нет, деньги? А нет, а их... В смысле? Да ты же подобрал золотую монету целую. А там со слизня дропнулась золотая монета. В смысле нет? А их нет. А в смысле нет? А вот так. Нет. А их много, чё? Ребята. Пока.
Пока, братан. Куда пока, господи. А, да чтоб меня... Ничего, одна хорошо. Моя. Хорошо. Они скоммуниздили мою золотую монету, заряд. У меня тоже, кстати. Ой-ой-ой. Он сверху идет. Нет, а что, у меня монет там раз в 10, наверное, больше, чем у тебя. Опа. Какой уж я ростовщик. Вот эта вот, кстати, штука мне, наверное, дамажит. Ну он больно, больно, кстати, бьет все равно по 56 урона. Это сильно. Даже для меня с моими 240. Так, и нахер. Так далее. А где моя медсестра? Где она теперь живет вообще? А, она тут у нас. А о, две золотых монеты уже. Ты мне объясни, почему я один не берусь? Ну потому что тебя же слизни дамажит. Вот и дерешься. А в смысле один? Я в чё, в прошлый раз как будто бы мы вдвоем дрались, да? Блин. Ты прям мне активно помогал. Отлично. Ты знаешь даже, как я сейчас сделаю? Не козел. О, чувак! Типа херь. Давай, тэпай. Так не надо. А шо? Я его ща раскидаю, возьму, смотри, не веришь? А вот получай, зараза, все, сдох. И у меня еще. О, слизни прекратили падать с неба. И... Можно идти за метеоритом, а потом за облином. Да погоди ты. Собственно, во-первых, где мой мешочек? Даже не знаю, где твой мешочек. Может быть, он тебе не дался, потому что ты сдох? Нет. Где ты убил слизня? Я убил слизня там, налево. Где? Налево. Слышишь, если тебе дадут крюк, скинешь его мне, потому что у тебя-то крюк. Так где? А налево иди, ёпт. А, вот вижу. Да. Мешок мой. Блин, я могу продать малую целую, прикинь. Ну надо ли? Может быть тебе королевский гелен дать? Не, не гель, а мне надо этот... Не, у меня слизневый пистолет крюков нет. Купи. Что ж такое? А, я опять слизневое седло, это я продам. Я бы тоже хотел продать, а как же о нашем будущем товаре? Каком? Каком-нибудь ты там какого-то хотел позвать. А не факт, он... Значит, идет лесом, я его понял. Он всё. Играет до 12, понимаешь? А, все, идет лесом тогда. Так, ну мы решили опять сходить на мозг, мы же долбанутые люди. Мы ни капли не долбанутые, просто я его пытаюсь уговорить, что нам нужна кирка кремтановая, да, он этого никак не понимает. Почему-то тут очень много слизней, да ты их всех за собой привел, что ли? Нет, я король слизней. Теперь жди, пока я не ломай тут ничего. А, ты порошка купил? Да, я купил порошка. Ну, я тогда в середине стою, да? А ты же скажешь, да. Что там выпадет? Конечно. А чтоб там не выпало, оно нам по идее-то и не нужно. Потому что у нас есть мини-акулы. Я ему купил мини-акулу, понимаете, да? Раскошелился на свои 35 золотых. Когда почти платиновую насобирал. Да зараза, там медуз много. Меч ему свой отдал. Ну меч отдал, потому что нашел зачарованный. Который я потом еще... Зачарованный. Нам какую-нибудь четкую зельку выпить. У тебя нет никакой зельки, так что ничего не пей. А, ну да, у меня нет. У меня нет четких зелек, которые в бою помогут. У меня только хил. Остальное так, ну... добыча, не добыча. Добыча с чего? Или это типа скорость добычи, там шутки? Скорость добычи, там зелье шахтера, фьора. У меня есть зелье гравитации, если так сказать. Не, не пей его, оно тебе тут я вообще. Я знаю, оно мне сейчас... А, кстати, я его выпью, потом поищу облака.
Кстати, да, облака надо сделаешь дело, поищешь облака, найдешь там меч. Найду озеро и пошли все на рыбалку. Ну, тоже вариант. Чтобы у нас были крылья. Зараза, они не дают мне спуститься. Короче, ладно, я открываю верхнюю. Ладно, подождем еще минутку, пока я открою верхнюю. Что ж, мне надо захилиться, то как мне неполным идти. Если честно, я в ужасе. А ты стоишь наверху и ждешь, пока я... Жду. Стоишь и покорно ждешь, а не как это было, что я тебе сказал стоять сверху, а ты... Даже не знаю, наверное, зелье скорости хлебну, чтобы уворачивать. На, возьми, кстати, зелье скорости. У меня их два штуки. Откуда я их достал? Угу, спасибо. Выбьешь, когда я тебе скажу. Оно тебе уворачиваться будешь. Короче, знаешь, ходишь вдоль и поперек, я тебе просто покажу. Слушай, я могу скрафтить рыбку гранату. Толку нету от нее вообще. Бегаешь, типа прыгнул, опустился, прыгнул два раза, побегал. То есть ты на месте не стоишь никогда, ты понял это? А то, ты... то я смотрел, как ты с глазом дерешься. Бегаешь тупо в одну сторону. Так, все, я ее вскрываю. Понятно, надо вскрывать две. Это, собственно, мне нравится бороться. Упокоился там, знаешь, ничего. Ну, потому что по нашему позвоночнику леденящий холод пошел, вот он и упокоился. Я заметил, торговец всегда ливает, когда что-то ужасное приходит. Так, медузу надо устранить. Все, устранили медузу. Я кину туда бомбу, короче. Да блин, еще и там падла скачет. Мне ж надо будет быстро подняться. И еще эта тварь летит. Так, я кидаю, короче, туда бомбу. Все. А, не, нифига, серьезно. Надо там подойти. Что выпало-то? А сейчас я посмотрю. Так, прочная гнилая вилка выпала. Да типа такое же говно, как только отбрасывание у нее на бит. 48 урона, это, конечно, не очень приятно. Помог тебе как-то, попытал. Да, ты помог, конечно, хорошо. Я, короче, тупо туда бомбу накидаю, я даже не буду церемониться там с этим. Ой, ё-моё, мне страшно. Ты понимаешь, мне даже не страшно было ходить на боссу в парке, как мне сейчас страшно с этим мозгом драться. Действительно, всего-то там просрёшь какого-нибудь дракона, которого фармить там неделю. Да, чё уж. Так говоришь, как будто сам арк добывал. Чё, не сам добывал? Не, ну я могу сказать то, что на Рокова я тогда с упорным трудом Вову ещё и меня проходили эту подводную пещеру 4 раза. На 4-й наконец забрал я арт, Вова не дожил, он все-таки не вынес старый кусок. Это как Вова опять слился. Его там безымянный загрызли, а мне пришлось идти с одним артом. Что там не дает ей взорваться, пульс. Ой, все. По глазам, по глазам. По ним стреляешь, они летят обратно. Угу. Блин, мы зелье не выпили. Я выпил. Красавчика, я не выпил. Давай, давай. Ух, ё-моё. А почему я туда? Тихо, тихо. Ну, молодец. Образец ткани пошел. Не та херня. Твою.
Мне надо... Ну, сколько-то там, у нас там еще лежит 7 штук. Эх, господи. Опять ты стоишь на одном... Золотая монета. Откуда же она у меня там появилась? Вот эти... Да, это жестко было. Да что жестко? Опять ты на одном месте стоял. Я тебе говорю, прыгаешь вверх. Я жал идти назад, а меня почему-то к нему вело. Ну потому что там есть баф такой, который тебя путает. Есть такой. Вот я собрал сколько-то образцов ткани, надеюсь. Прикинь. Теперь смотри. Лаву не грохнись. Тебе надо будет еще пару прыжков сделать. Все. Поздравляю. Так уйди оттуда, господи. Все, идем дальше. Ну давай. О, у меня шляпа колдуна есть, нихера себе, откуда я ее ношу. А чем она тебе поможет? Она увеличивает магический урон на 15%. Вообще нахуй не нужна. А, подожди, надо же сделать этот. Кровать тут просто. Кровать. Ага, понятно, тут нельзя точку спавна ставить. Почему? Ну ты попробуй. Ну видишь, да, что нельзя. Ну, не, подожди, может, все-таки можно тут вот здесь. А может быть в адской кровати может? Да нет, нельзя. Если бы можно было бы, я бы поставил точку еще тогда, когда адскую кровать тут. Ну, кстати, я проверю. Че, лава с него стекает, твою мать, ты. А с каких лет она с него стекает? Всю жизнь она с него стекает. Я вчера столько раз помер от этой ошибки. Ну, блядь, пиздец уже. Ёлка-ломана. Вот в мои времена она с него не стекала. Ты заебал, будешь идти сам. Как можно быть настолько Фига ты выловил. Давай попробуем. Я забыл, а как определять? Ну будет булькать. Во. А. Окунь. Прикольная тема. Внутри самая вот безобидная. Ну да. Ну, в арке мне тоже рыбалка нравилась, я зеркальную рыбу поймал. Фига чё поймал. Чё ты поймал? Бронечешуйчатая лицефуга. 32 поймал. Слышь, я редкую рыбу поймал. Нифига она не редко, я их 32 штуки уже было. Лягушачья лапка. Угу. Я думал, у тебя есть куда сложить, ты, оказывается, тоже приперся с набитым. Вообще никуда. Фига себе, просто вот. Так. Зелье подводного. Ой, я лёд купил, чё-то хренец. Блин, а вот чё у меня... Это выкинет. Опять не вышли ночные видео. Вот выкинет. В натуре вот весь инвентарь полный фигни какой-то. Вау. У меня теперь рыбофугу со мной. Это чё? Рыбофугу. И чё она делает? Она как типа увеличивает прыжок, но я ее просто как красоту напил. Ну что, классно? Тема. Зеркальная рыба.
МДХМ на рыбалке. Серебряный карась. Почему вот он серебряный, если он золотой? Это вот это выпало так же? Нет, это карась, а мне тогда карп выпал. И не серебряный, а золотой. Опять это стихуга. Нет, сука. Пидор забрал мой ящик, блин. И уже 43 этих рыбы, блин, новые. 44. Тут наживка же никак не кончает. Ну, мне зеркальные рыбы нормально. Но они нам не нужны на эти зелья, только нам еще нужен светящийся корень. По одной штуке на каждую. И сорвалась, прикольно. Опять сорвалась. Так, ну что ж, друзья, почти добрался до облака. Сейчас тут порыбачу, надеюсь. Знали бы вы, сколько раз он до этого не мог добраться до ада ко мне. Это просто, он, наверное, попыток из 10 дошел всего один раз, и да и то сразу помер. Это ж надо не, бы не один раз, а раз там 5. Угу. А выживал из них. Выживал из них слабо. Так, вот я и не добрался до этого облака. Чё, как там у тебя дела? Нормально. Блин, а тут эти будут мешать. Галки. Сейчас я их расстреляю и все. А так можно? На галок вообще что-то много. Не дожил. 5 армий гоблинов, вы серьезно? Слышь, давай домой, тут и так надо почистить. Пожалуйста. Сейчас. Я тебя умоляю, давай домой. Одному мне не справиться. О, ты все-таки это признал. Не, ну раньше справлялся, но я же прям не на таком харде играл. Я тебя заставил просто на интересной сложности играть, а не на харде. Так, ну 4 золотых монеты поднял, нормально. Сейчас эти придут, засранцы. Главное, жителей не просрать. Это главное. Они откуда? С запада, опять с запада. Я пошел на запад. Блин, да, а ты дома, да? Ну давай, погнали, удачи нам. Конечно, дома. Пошла жара. Удачи нам. Опять это армия гоблинов. Ты меня не допер, а шо ж надо сделать?
еще же надо сделать, чтобы сделать котелок. А что ты сразу котелок? Ну, чтобы сделать этот... Чтобы заколеб... Чтобы сделать, блин, приготовленную рыбу, она же пахнет. Блин, больно немножко было. Ай-яй-яй. Так, тише, пацаны, тише будьте. Там в доме нормально все? Ну, относительно. Я им просто вообще с запада не даю подойти. Хотя это ж не запад, это восток, по сути. Но, как говорится, география по карте задана наперед. Короче, я со своей стороны вообще подойти не даю. Это хорошо, конечно. Но я серьезно не могу понять. Так, хпшка. Фига, прям передо мной появляются. Офигевшие. Видишь, да, ачивки? Весело, да? Опа. Так, еще одна. А ты чё она? Не забралась-то. О! Так, ну-ка домой деньги выложить. Немного. Вообще чуть немного на фарме. У тебя тут нормально? Да, нормально. Чё твой трасс армия не сильно сильная? Или мы её хорошо гасим? Я тебе броню просто сделаю. Ой-ой-ой. Прикинь, с крыш подвалил. Отхилюсь пока. А, точно, сестра. По-бырому. Нормально, все, я погнал опять в бой. О, ко мне уже засранец в дом забежал. Нормально у тебя там? А, вижу. Так как-то я отошел из дома, я за дерево. А это кто? А. Я. Вот это вот плохо сейчас было. Опять потери, блин. Не, ну то, что эта нечисть прям передо мной появляется, это нечисть. Во! Что такое? Да сделал я котелок на клей. Ну блин, я же король слизней, хренов слизней, помогайте. А, ну классно, они не дамажат. Сколько можно-то этих колдунов?
Охренеть, ты понимаешь, три подряд. И что-то прибежал, думаешь, я нафармил? Да нет, просто. Я бы на твоем месте дом сторожил. А ты проходишь, да? Фига, я не показался. Нормально. В инвентаре места не хватит. Еще я их потерял. Класс. Как-то я рыбу приготовил, схавал ее, ну и теперь там. Катина. Даже в такой броне не можешь без смерти. Ну а ты что хотела? Там армия. Сейчас надо разбирать. Все, не нужно. Так, пацаны, вам пора отступать, мне кажется. Дорогие друзья, думаю, на этой серии пора заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте ставить колокольчик. С вами был Капитан Паук и Зевалк. До свидания.